Продолжаем прохождение игры Dead Space. Продолжаем нашу охоту на некроморфов, которые оккупировали корабль Ишимура. Так, ну в этой комнате мы уже будем. Вот отсюда выпрыгивал злобный некроморф. Идем дальше исследовать корабль. Теперь мы должны попасть в челнок, который, как известно, был, как мы помним, был поврежден при стыковке с Ишимурой. Так, и мы слышим нашу новую жертву. Вот она. Защитник. Но уже лучше. Некроморф, которого мы убили и заработали при этом денег. Дополнительно. А вот он, челнок. Такой весь... Я не знаю, как его, можно ли его ремонтировать? По-моему, нет. По-моему, его только на металлолом. Зайдем, посмотрим, что там. Кстати. С некроморфами можно еще делать так. Бим. Неплохая физика в игре. Тот самый челнок, на котором мы летели в начале игры. Сидел я тут где-то здесь, то есть Айзек сидел примерно тут. Ну, здесь два пилота были, и этот афроамериканец и его помощница, они беседовали, стоя здесь. Враждебные формы жизни. Корпус поврежден. Срочная эвакуация. Сидит по кораблю. Я держится сбоку. Иди сюда. Тревога. Повреждение секции главного ангара. Аварийные службы проинформированы. Толстячок идет сюда. Гунчик он появился, и еще один толстячок. Добрый гунчик немножко застрял. Да что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго. Да, челнок уничтожен. Нет, Хэммонд! Это все меняет! Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? Не разговаривать. Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус находится... В медлаборатории. Мертв. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы и постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? Боже. Давай, наваливай отсюда! Так, ну сохраняться не знаю, наверное, не будем. Какой смысл? Это типичная корпоративная какая-то агитка, сам Ишимура, который поднимает кусок планеты, ну и доблестная команда. Welcome abroad, типа того.
Credence Extraction Corporation, как в рифму. Кому-то не повезло. Плазменная энергия. А что у нас тут? Туалеты всякие. Ну, зайдем, посмотрим. У кого-то здесь. Аптечка. Ну и хватит, пойдем. Мы же любопытные. А! Стоять, работает Айзек Кларк. Работает рабочий. Так, поехали на лифте. Вот рабочий класс, на нем все держится, видите. Вот простой механик спасает корабль, пока менеджеры неэффективные. Там убегают от инопланетян. Точнее, это люди, которые заразили каким-то вирусом, я так понимаю. О, можно купить новое оружие. Такой корабль прекрасный, на котором можно купить оружие. И купим, конечно, импульсную винтовку. И костюм защитного уровня. А ну-ка. Интересно, что он там делает со мной? Стильно. Да, я тоже так думаю. Хороший магазинчик. А денег больше нет, пойдем отсюда. Красные иконки оружия означают, что патроны закончились. О, ух ты. Интересно. Улучшим нашу пушку. Откуда? Нет, я понимаю, плазменный резак. Откуда здесь? А узлов нет все равно. Для рейда. Ну, плазменная пушка на корабле гражданском. Все это как-то. Вот она, вагонетка. Вагонетка для того, чтобы перемещаться, корабль большой, перемещаться между уровнями разными. Поехали. Да, сохранимся, конечно. Тише, все в порядке, Макой. Он тут. Бояться теперь нечего. Я знала, что ты придешь, как и обещал. Я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Можешь. Макой сказал, кинетический пистолет, что проведет нас. Макой тебя обманул. Девица. Обманул сильно. Да что здесь было? Ну я понимаю, это мешки для трупов. Я даже, насколько я помню, некроморфы могут в этих мешках прятаться. Типа того. Сейчас точно выпрыгнет какой-нибудь лепрекон отсюда. Забирайте схему,
Хорошо. Огнемет. Огнемет. Посмотрим, появился он интересно или нет. Плазменная винтовка, импульсный огнемет. Огнемет нам не помешал. С ним будет повеселей. Айзек, ты там? На нас напали. Кендра исчезла. Только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Конечно. Принеси мне X-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G-терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими паниками связь бесполезна. Кофе тебе тоже принести? И капучино или там двойной экспрессо. Вообще, он сидит и ничего не делает. Долбанное начальство. Сохранюсь. От безысходности. Отлично, пудрю кнопки. Иронично, что, видимо, раз они хотели перекрыть в реанимационное отделение вход, то зараза распространялась оттуда. Ну, тут нужно термитную бомбу поставить. Так, мы тут были или не были? Я помню. Так, не надо вот шевелиться, когда я прохожу мимо. То, чтобы я этого боялся, просто, не знаю. Вот здесь сейчас точно выпрыгнет. И он тут-нибудь прячется. Так. Если я не ошибаюсь. Спасибо. Прошел. Все выглядит хорошо. Даже прекрасно. Графика, конечно. 12-летней давности. Заметно. Эти текстуры мутные. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Раз, откуда нам это не приделать? Это аномалия ваша. Ой. Прямо сзади? Еще один. Козел. Получается.
Сволочной. Там где-то еще один. О, ползает. Сволочь, надо сейчас догнать его. Сломать ему хребет. Он меня ранил. Сделать это как-то по-особому. Мера. Перебью в него позвоночник этой штукенцей. Сейчас. Как бы вниз спуститься. А ну-ка, тут еще можно так делать, по-моему. Такие тела нельзя. Сейчас спустимся вниз. И тебе устроим. Иди сюда. А мне хоть куда надо? Сюда? Посмотри на меня. Взял, ранил меня. Нехорошо. Веселая игра. Довольно же нерадостная. То есть, как бы некроморф это же смерть, по идее. А вот я тут борюсь со смертью и побеждаю ее. Кто там лично? Ой, а кто так вниз? Иди сюда, быстрее. Ой, вот так. Бежим отсюда. Наигрался называется. А, на сегодня хватит. Mm-hmm.